Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа Рукоделия, я Вика. И сегодня я вам просто маленькое коротенькое видео покажу, как я закрываю, именно я закрываю резинку. Если, допустим, вяжу джемпер сверху, эластичный способ закрытия резинки. Существует их огромное множество, я вам покажу свой, каким он не мой, не мной придуман, просто я им пользуюсь. Значит, первая у нас резинка 2×2. Первую петлю снимаю, она кромочная, вторую провязываю по узору. Далее возвращаю обе петли на спицу и провязываю их вместе еще. То есть я петли провязываю два раза. Снова смотрим по узору. Лицевая, возвращаем обе петли и провязываем по узору лицевой. Здесь у меня изнаночная, я ее провязываю. Возвращаю обе петли, провязываю изнаночной. Еще одна изнаночная, возвращаю, провязываю изнаночной. И так на протяжении всего вязания. Так, и резинка 1×1. То же самое, первую петлю снимаем, по узору смотрим, провязываем лицевой. Возвращаем обе петли и провязываем лицевой. Изнаночную провязываем изнаночной. Возвращаем обе петли и провязываем изнаночной. То есть по узору то же самое. Способ хорош для шарфов, для всех джемперов, которые вы вяжете сверху вниз, и вам нужно закончить изделие резинкой. Далее, а при обвязке, допустим, жилета, при обвязке горловины, если вы набираете петли, потом закрываете эти петли. То есть везде, где нужно, чтобы это изделие работало, то есть было эластичным. Вот. Еще одна рекомендация, если вдруг вот у меня так получилось, что я вязала изделие, видите, как получается симпатично. Я вязала изделие в два сложения. Лучше всего, вот если вы закроете эти петли одной нитью. То есть вы разделите, если у вас две нити в работе, разделите и оставьте одну. Тогда оно вообще получается и эластично, и аккуратно. Оно вообще нежный-нежный такой край получается, если вы разделите над, или нитью в цвет, но тоньше, если у вас повезет такое подобрать, тогда вообще получается шикарно, девчонки. Вот такая вот резиночка получается. Видите, очень она эластична, то есть растянется, если это горловина, голова пролезет, да, вот смотрим, эластичная резинка. Вот, девчонки, вот такой вот мой способ. Не мой, не мой, еще раз повторюсь, потому что я предвижу сейчас комментарии, что это давно придумано. Оно все давным-давно придумано, так что просто не обо всем мы знаем. Поэтому для тех, кто не знает, я показываю, потому что были просьбы. Все, девчонки, на сегодня все. С вами была Вика из Школы Рукоделия. Всем пока-пока.